Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за померанским шпицем. Обаятельные, общительные и очень дружелюбные померанские шпицы – собаки, которые у каждого способны вызвать улыбку. При правильном уходе и внимании со стороны хозяина представители породы могут стать идеальными домашними питомцами. Какие нюансы необходимо учитывать при содержании померанского шпица? О чем важно не забывать? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за представителями породы. Особое внимание при уходе за померанским шпицем необходимо уделять шерсти животного. Специалисты рекомендуют расчесывать представителей породы специальной щеткой каждые 3-4 дня. В период линьки чаще. Купать собаку следует по мере загрязнения. Также раз в 2-3 месяца померанского шпица необходимо водить на груминг. Померанских шпицев важно воспитывать с самого детства. В противном случае эти собаки во взрослом возрасте могут стать упрямыми и непослушными. Померанские шпицы – сообразительные собаки и при правильном подходе со стороны хозяина могут быстро разучивать команды и даже трюки. Чтобы процесс обучения был максимально результативным, владелец должен деликатно относиться к питомцу, но при этом, когда необходимо, уметь проявить твердость характера и лидерские качества. Уши, глаза и зубы померанского шпица нуждаются в особенном внимании со стороны хозяина. Уши и глаза собаки нужно регулярно осматривать на предмет загрязнений и при необходимости чистить. Зубы представителей породы следует чистить 3-4 раза в неделю специальной пастой. Также важно не забывать о профилактических осмотрах у ветеринарного врача. Померанские шпицы не нуждаются в серьезных физических нагрузках. С представителями породы достаточно гулять 2 раза в день по часу. Важно включать в каждый выгул элементы игр и дрессировки. Это положительно сказывается на психологическом и физическом состоянии питомца. Питание померанского шпица должно быть сбалансированным и разнообразным. Кормить этих собак рекомендуется 2 раза в день, утром и вечером. Также важно следить за тем, чтобы у представителя породы всегда был доступ к чистой и свежей воде. Из натуральных продуктов померанским шпицам больше всего придутся по вкусу говядина, телятина, яйца, творог и крупы. Померанские шпицы хорошо уживаются с другими животными, если росли с ними с самого детства. Если же новый питомец появился в доме после их появления, они могут доминировать и конфликтовать с ним. Померанские шпицы хорошо относятся к детям, однако последним необходимо быть максимально аккуратными при общении с этими собаками. Представители породы хрупкие животные, предрасположенные к травмам. При должном уходе померанские шпицы способны раскрыть лучшие качества своего характера и прожить долгую жизнь. Средняя продолжительность жизни у представителей породы составляет от 13 до 15 лет. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был I Like.Pet. До новых видео!